В Болгарии насчитывается порядка 4000 пещер. 4000, представляете? Даже если каждую из них посещать по одной пещере в день, то это займет 10 лет. Так вот, одна из самых интересных пещер – это вот Девяташская пещера. Девяташская пещера интересная. Раньше это был военный объект. И только после того, после развала социалистического блока, и когда это все забито, забыто, заброшено, эту пещеру открыли для широкого доступа. В ней был, есть такой известный там товарищ Сталлоне, снимал свой, одну из серий своего фильма «Неудержимый» или «Непобедимый», как она называется, вторую часть. То есть пещера интересная, действительно, если никогда не были, она грандиозная, в нее залазишь, смотришь, ходишь, ощущаешь себя такой маленькой букашечкой. Стоит ее посетить обязательно, тем более в окрестностях есть еще немало достопримечательностей. Курушунские водопады, и Плевен, и Лович, и другие пещеры, и много чего еще интересного.